убирает двоих на замахе и вколачивает просто мяч в дальний верхний угол. Вот это удар! Фантастика! Фантастика, друзья! Подача хорошая, и здесь удар, и мяч приземляется в дальний угол. 1-0, классная подача Чурича, и счет открыт, но не празднует Калугин. Не празднует бывший защитник «Нефтехимика», показывает, ребята, не отмечаю. Ну, я, кстати, отмечу, что Енисей забивает снова во вторых третьях таймах все свои 4 мяча. 2 они забили в период с 16 по 30. А вот и третий, это Оклад настоящий, а не форвард Андрей Окладников. Первый его гол в текущем сезоне, Енисей выходит вперед. Ну вот так, да, и теперь мы с тобой, Дима, который, в общем-то, небезосновательно критиковали Енисей, вынуждены просто заткнуться, переобуться, да, наверное, на ходу. Енисей вытерпел, дождался своего шанса и открыл счет. Ну и Окладников, конечно, великолепен. Убирает двоих на замахе и вколачивает просто мяч в дальний верхний угол. Ну, почти в самую девятку. Да, тяжелейший удар для Адоевского. Алан Хабалов. Ну, естественно, поддавить на судью — это святое. Георгий Биани здорово принимает. Георгий Биани! Ой-ой-ой! Ничего себе, что завалил Николай Георгий Биани! 35-40 метров! Георгий Биани, каков гений! Каков гений Николай Георгий Биани! 1-1! Что за тур? Тур красивых мячей, что вчера забил Енисей в Алгарю. И что мы увидели сегодня? Какое решение? Это фантастика. В черных и красных цветах там еще и принтус имеется. Удар! 1-1! Вот это удар! Енисей, передача в штрафную, что это было? Где мяч? Где мяч? А это он гол. Оказался за ленточкой, это 2-0! Фантастика! Фантастика, друзья! 2-0 в пользу Енисея к 27-й минуте, а ведь гости создали всего 3 момента, и это был третий. Адоевский, судя по всему, жестами показывает, что не пересек мяч линию. А если помнишь, Адиль, возвращаясь в матч Енисея и Нефтехимика, там тоже был спорный момент, да? А я только хотел сказать, что Адоевский сейчас скажет арбитру: да вы помните, что там было вообще? А это что за удар? Не, ну тут, конечно, гол. Здесь, ну, очень похоже на тот самый гол сборной Англии на одном из чемпионатов мира, который не засчитали.